Анапа в шестой раз участвует в программе софинансирования капитального ремонта многоэтажек. Сергей Сергеев уточнил, к 1 декабря все ремонтные и восстановительные работы должны быть завершены. И зиму встретить анапчане должны в полностью подготовленных домах с утепленными фасадами и отремонтированными крышами. 13 многоквартирных домов в этом году отремонтировали по программе. Конкретно. Микрорайон 12, дом 22, ТСЖ «Наш дом». Выполнен ремонт внутридомовых электрических сетей на сумму 496 тысяч рублей и ремонт подвальных помещений на сумму 380 тысяч рублей. У нас было три слабых дома. Это 12 микрорайон, дом 30 и Красозеленый 7 и Горького 70. Но подрядная организация дополнительно выставила людей, и то, что до 1 числа работы будут завершены, сомнений не вызывает.